Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить дополнение к игре Half-Life под названием Blue Shift. Это у нас игра за охранника по имени Барни. Действие игры происходит параллельно игре Half-Life. Продолжаем. Глава ненадежна. Так. Подожди немного, дверь не принимает твою карточку. Я попробую открыть ее с этой стороны. А вот, похоже, у нас вот Фримен как раз едет, вот первый. В первой тогда миссии. Вот он, похоже, в очках должен быть Фримен. Да, вот он, здорово. Ну и что мне надо сделать? Ну, хорошо, кажется, получилось. Неужели? Сегодня с утра у нас одни проблемы. Сбои систем, отключение систем охраны. Еще удивительно, как здесь все еще полностью не вышло из строя. Ну, пойдем. Ух ты, ёпта, что же произошло? О, остановился. Прости, я на посту. Ты же знаешь, что ты не можешь находиться на посту без формы и табельного оружия. Ага. И еще куда мне? Так, там что-то внизу происходит. Personal Facilities. Армори. Видео. Рад тебя видеть сегодня. Да-да, я знаю, проблемы с системой доступа. Надеюсь, ты готов к долгой смене. Да, смена будет, я так чувствую, долгой. Я не могу получить доступ к моим файлам. Я не могу прочитать мою почту. Я даже не могу попасть в свой кабинет. Я знаю, сэр. Мы делаем все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль. Дайте нам немного времени. Ага. Время? У меня больше еще нет времени. Если я не предоставлю отчет администратору в течение следующего часа, то мне может угрожать увольнение. И я позабочусь, чтобы такие проблемы возникли не только у меня. О, какой грозный. Так, ладно, пойдем. Лифт. Едем. Куда едем? Правда, я не понял. Вверх или вниз? А все равно не поймем. Ну ладно, так. Авторизация, что-то там. А, повыше поднялись. Угу. Так, куда? Как дела? Нормально. Ладно. А броник? Я знаю, что здесь недавно, но если ты хочешь немного пострелять, то пожалуйста. А патроны-то мне дадут? А знаете что, я лучше сохраню их. Не хочу я стрелять. Пусть у меня будут лучше патроны. Я же знаю, что здесь жопа будет твориться. Так, ладно. Пойдем сюда, сходим, что тут. О, видеокамеры. Ничего нельзя понажимать. О, можно. Доброе утро, Гордон. О, Фримен. Калачки. Так, тут что? А, ну это вот эта камера. Здесь ничего необычного, да, нету? Такс. А, это какие-то там это, из Дикей, короче. Грин, что ли, или Калет, хрен знает. Что тут еще можно сделать-то?
уже ничего нет. Ладно, как выйти отсюда? Ах, пойдем. Он постоянно пушки свои махает. Так, теперь нам, наверное... Разве сейчас твое место не на посту? Мое? Не знаю. А где мой пост? Опа. Хут. Дерут. Понятно, так. Здесь ничего. Опа. Есть контакт. Душевые, прикольно. Так, где мой пост? Только не это. Похоже, у некоторых возникли проблемы с главным лифтом в секторе G. Почему бы тебе не сходить туда и не постараться все исправить? Да? Ну давай. Давай посмотрим. Туда же мне надо. Скорее сюда. Желаю удачи. Ага, открывай будку. Блин, опять эти клавиши залипают. Ух ты, ёпта. С какой? Что происходит с этой игрой? Простите меня, но сейчас я очень... Я понял, занят. Так, тут что? Ты думаешь о том же, что и я? Возможно. О чем вы там думаете, ребят? Хорошо. Да. Это нужно. Прошу тебя, оставь меня в покое. У меня еще... Ладно. Окей, идем. Если ты ждешь поезда в сектор G, то, скорее всего, тебе следует садиться на него. Я слышал, как кто-то сказал, что все поезда в этой части комплекса поломаны. Так, а тут что у нас? No smoking. Area. Пошла движуха. Так, что тут у нас? Темно, как в заднице. Это что за компьютер древний? А, вот, наверное, сюда. Опа. А ты там чё это лагаешь? Ну и чё? На всякий случай проверяю. Так, здесь еще какая-то комната. Мне, наверное, сюда, да, нужно будет. Сектор G, Main, Access. Знать бы, что это за станция. О, сектор G, да, все, мы сюда. Хорошо, как раз вовремя. Мы не собираемся платить вам за то, что вы ходите, держа руки в карманах. Устраните все поломки, чтобы мы могли продолжить. Я что ли, лифтовик, что ли? Как мы... Все, устранил поломку.
Ой-ой. У них всегда что-то ломается или выходит из строя. Я буду удивлен, узнав, что среди них есть хоть у кого-нибудь есть голова на плечах. И чё? Чё мне надо сделать? По-моему, нам кердык. Я вообще не слышу, что они говорят. Такие звуки просто. Ого. Ого. А, погоди-ка. Все. Инцидент уже, типа, в черной мезе, это, блин, как он называется-то, правильно. Каскадный резонанс уже все. Прошел. Тебя что, убило? Держись, дружище. Нормально, кто-то смотрел-то вообще. А как нам выбраться-то отсюда? А, это... ладно. Ну вот и все, дорогие друзья. Опять коротенькая глава на 10 минут. Чуть побольше, 12. Вот, а на этом все. Следующая глава под названием «Долг зовет». Но, чтобы ее увидеть, нужно подписаться, поставить лайк, колокольчик, все дела. Вот эти вы сами понимаете, да, что нужно сделать. На этом все. Всем удачи, всем пока.